Прошу обвиняемого встать. Мистер Айзнер, вы предстанете перед этим судом за преступление, отчетливо попавшее на камеру наблюдения мгновение назад. А, только за это? А я-то думал, дело в школьном автобусе с детьми, что я поджег. Завали ебало! Протестую! Ничего еще не было. Простите, я переволновался. Просто это как открытая книга, очевидная, кристально понятная, как члены яйца, ясное дело, которое мне приходилось видеть. Я даже не знаю, зачем обвиняемый мистер Эджвард вообще сюда заявились, кроме как посмеяться над залом суда. Это вне порядка дела. Ложь! Вне порядка звучало бы как... Ложь! Мне приходилось видеть члены яйца, мистер Эджвард... Райт, хватит. Заткнись. Изложите свои аргументы присяжным. Ну ладно. Вот только где они? На заседании присяжных! Ну и ладно. Я бы хотел вызвать первого свидетеля, мисс Гейл Торнадо. Да, я заметила, что пропала подушка, которой я развлекаю людей на выступлениях. Ауга! У меня серьезная тяга к клоунским щелкам, и я бы не прочь развлечься с ее подушечками. Порядок, мистер Эджвард, порядок! В порядке дела, я приказываю мисс Торнадо положить свою задницу и всю ее задницу, и ничего, кроме задницы, мне на лицо. Оу. Осуждаю! Итак, мистер Айзнер, все еще хотите защищаться? Итак, я тут поговорил с вашей старой учительницей, и она сказала, что вы всегда нарушали спокойствие в классе, постоянно всех разыгрывая. Это не совсем правда. Как плохо! Похоже, Феникс Райт никто иной, как Феникс-обсос! Протестую! Он смеется надо мной. В средней школе я правда был клоуном в классе, но я себя так больше не веду. Ну, не знаю, вертлявый. Кажется, та шутка с поджогом автобуса была довольно забавной. Похоже, что ты все такой же приколист. Ну что, сучка, теперь не отвертишься? Есть что возразить, мистер Эджвард. Дайте секунду. О, в чем дело, Майлз? Похоже, у тебя сейчас будет нервный... срыв. Кончай нести херню, Райт. Хватит с меня твоего дерьма. Справедливо. Про мочу ты ничего не говорил. Может быть, у прокурора и есть пару тузов в рукаве, как, к примеру, ходьба под себя. Но умеет ли он так? Протестую! Похоже на то, что защита сошла с ума и стала расчленять сама себя палец за пальцем. Он прав! Мы, присяжные, считаем вне всяких разумных сомнений, что... Ну что ж... С этим разобрались. Прошу, отпустите домой. Хуяп!